Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас реакция араба. Подписываемся на Абдулу, подписываемся на наш телеграм. Всем приятного просмотра. Ассаляму алейкум. Айткабыл болсун. Добро пожаловать на очередную реакцию араба. Сегодня у меня просто потрясное настроение. Я такой счастливый. Угадайте-ка, почему так? Знаете почему? Потому что мы будем смотреть песню Димаша. У меня ж все на лице написано. Вот так. Потому что я счастлив наблюдать, что кто-то вот так поразительно исполняет. И вот так. Потому что я никогда таким не стану. Я никогда не смогу петь так же. Хоть лоб расшиби, все равно не получится. Даже если бы я тренировался на грани человеческих возможностей. И тренировался бы, тренировался. Но... Я б никогда не достиг этого, но зато мне приятно его слушать. И с такой палитрой смешанных эмоций, давайте начнем смотреть Димаша. Это вроде бы песня, которую поет Лайонел Ричи. Он тут поигрался с нотами и сделал это мастерски. Хочется верить каждому слову, которое он пропевает. Как же это слово? Сопереживание. Вроде бы это слово лучше всего сюда подходит. У него высокий уровень эмоционального интеллекта, что дает ему эту способность пропускать эмоции через себя. И вы, как зритель и слушатель, чувствуете это. И вот что еще. Он всегда начинает мягко. Вот так. Типа я спокойный певец. И потом под конец как взорвет тебе мозг на кусочки. А когда ты будешь думать, ёпарасете, это же невозможно. Он проделает это снова. Короче, он снесет тебе башку. Давайте послушаем дальше. Басталда. See you.
Каждый раз, когда я слушаю Димаша, его голос вначале такой крошечный, и ты даже представить себе не можешь. Ты никогда не подумаешь, что в этом голосе столько мощи, столько силы в этом теле, в голосе. Вот тут. Как же они называются? В голосовых связках. И потом, в нем столько мощи, хоть раздавай. Каждый раз. Он снова и снова удивляет меня своей силой и подачей. Я не знаю, вам видно или нет, но у меня мурашки по всему телу. Он только что превзошел всех певцов, которых я знаю. Да вообще всех певцов, которые есть, которые лучшие в своем деле, которые реально рождены петь. И он просто порвал их всех. Без вопросов. Целиком, сплошь и безраздельно. И имя ему Димаш. И он невероятный. Увидимся в следующем видео. Боже мой. Я никогда не видел, чтобы Джоуи так делал. Он сейчас сидит вот так. Он просто не может это осмыслить. А ведь он не видел, что видел я. Это даже не то. Смысл даже не в том, какие ноты он берет. Высокие или низкие. Дело не в этом. Хоть он и делает это идеально. Дело в его переходах. Как же он плавает между нотами? Я готов поклясться, что он не человек. Он не человек. Он не может быть человеком. Он, наверное, генетически модифицирован. Как я говорил в одном из прошлых видео, он как X-Men. Он — это следующий этап эволюции человека. Его зовут Димаш. И он самый фантастический певец в мире. И, наверное, в истории человечества. Просто вау. Спасибо за рекомендацию. Я не знаю, зачем я каждый раз делаю это с собой. Каждый раз, когда я смотрю это, я чувствую себя уничтоженным в хорошем смысле и в плохом смысле одновременно.
Потому что это так непомерно и сокрушительно смотреть, как он поет. Лайкните, если вам понравилось, и подпишитесь на канал, чтобы поддержать нас. Ух! Увидимся в следующем видео. Саламат. Всем спасибо за внимание. Всех люблю. Всех обнял. Пока.